отдых после выступления. На манеже ярославцы победители. Кубок города прошел в областном центре. В нем приняли участие спортсмены из городов Ярославской области, а также гости из Иваново и Костромы. Всего 85 спортивных пар. Это первый турнир в помещении, который открывает сезон. Ярославцы выступили достойно. Одна из медалей досталась 16-летней Софии Шабалиновой. Самое сложное было, скорее всего, поймать гармонию лошади, потому что некая обстановка ее немного напугала, она была взволнована. И своим состоянием нужно было максимально показать свое спокойствие. У меня это получилось. Мы были очень спокойны, очень слаженно прошли маршрут. И я считаю эти соревнования более успешными. Соревнования местного уровня – это хороший опыт и практика, считают ярославские тренеры. Упор делается не на скорость, а на качество выполнения задания, на правильную ритмичную работу тандема лошади и спортсмена. Все это оттачивается и развивается на тренировках и соревнованиях, и только потом можно достигать следующих ступеней и высот. Есть четкое задание, то есть всадник должен ритмично, равномерно двигаться по маршруту и, соответственно, пройти вот эту первую ступеньку, тогда, когда он получает опыт вот этого ритмичного, равномерного, гармоничного движения по маршруту. Та спортивная пара, которая гармонично двигается по основному маршруту, скоростной маршрут может преодолеть тоже, опять же, чисто.